дня все без бабок, у меня нету хлопот, ты не можешь найти табак хоть. Здорово, рангонавты. Или как вас называть? Короче, если не нравится слово врангонавты, то напишите в комментариях какое-нибудь другое слово, свое. И посмотрим, как я вас буду называть. А сегодня я, как и обещал, сделаю видео вопрос-ответ. Сразу говорю, оно будет очень короткое, но тем не менее. У меня всего 3 вопроса накопилось. Да, вот такой вот я популярный. Первый вопрос. You've a beautiful page. Check my last post. Что-то у тебя прекрасная страница. Спасибо, я знаю. Посмотри мой последний пост. Thank you. Обязательно посмотрю твой последний пост. Второй вопрос. Ты завязываешь с треками? Чего? Нет, не завязываю. Дело в том, что, как я и говорил, у меня сломался микрофон. И либо не микрофон, но сейчас ко мне идет другой микрофон, и либо я закажу лучше двойной проводник. В общем, сам факт, с треками я не завязываю, так что не волнуйтесь, хотя волноваться должен я. И последний вопрос. С кем планируешь фит? И прошу, запиши сейчас историю с ответом. Ну, слушай, смотри. Из более знаменитых звезд я планирую фит с Трил Пилом, ЛДжеем и Моргенштерном. Замечательно. Поразительно. Гениально. Вот эти чуваки для меня самые крутые. Ну, на этом все, но нет. В смысле, я не понял. Я недавно выложил видео с битом, поэтому кому нужно, я могу продать его за 130 рублей. Но если вы в треке потом укажете меня, то есть, скажете Lil Frank, тогда я продам его не за 130, а... За 100 рублей. Так что, кому интересно, покупайте, пишите мне в директ в Инстаграм. Ну, все, наверное. Вот такой я блогер. Ну, а что делать? Треков пока нет, поэтому записываю такие видео блогерские. Ну, по традиции, как все говорят. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Подписались все на этот сайт! Быстро! Что там еще? Колокольчики жмякайте, что хотите делайте. И это... Желательно рассказывайте друзьям, показывайте меня. В общем, что хотите, то и делайте. С вами был... Великий ноунейм. На этом все.